друзья, всем привет. Смотрите, какой красноголовик. Здесь у нас поляна под березовиков. Вот. Там вот дальше еще красноголовики, смотрите, сидят. Раз, там два, три. Нахожусь я на торфяных болотах. Вот здесь вот, смотрите, сидят. Эти уже переросли. Я буду стараться искать маленькие, красивые. Вот как вон тот, вот видите вы его? Смотрите. Вот он сидит. Маленький, красивый. А рядом подберезовик. Вот так вот красота. Ладно. Берем. Вот, ребят, опять нарвался на полянку красноголовиков. Вот, смотрите. Есть и переросшие, вон стоит. А есть вот такие вот, чистенькие, беленькие. Вот еще один. Сегодня я вам буду показывать только красноголовики. Маленькие. Потому что вот, смотрите, переросшие. А вот он маленький сидит, хороший. Сейчас я вам еще один покажу. Это вообще из... Только шляпка торчит, смотрите. Вот, видите, он полностью там. Вот. Красавец. Вот такой вот. Берем. Он большой стоит. Его мы не будем трогать. Ладно. Найдем еще полянку. Включимся. Вот очередной молодой красавчик стоит. Вот он. Смотрите. Красотень. Берем. Вот еще обнаружил банду красноголовиков. Такой вот погрызный. Малюха. Вот там, смотрите, какой стоит. Здоровый, переросший уже. Жалко. Сейчас я вам тоже покажу еще. Большой. Вот еще один перерос. Вот еще. Птицы их расклевывают, смотрите. Здесь тоже сидит. Переросли. Поздно я сюда попал. Ладно, ходим, бродим. Еще одна группировка красноголовиков. Но возьмем мы только один, потому что вот этот здоровый, он там тоже сидит. А мы берем вот этот. О, вот. Нормальный. Берем. Говорю, переросших много. Жаль. Ладно. Смотрим дальше. Спил я очередной красноголовик. Тут смотрите, вот что за грибы, я даже не знаю. Они прямо вот так вот растут. Может, кто знает, напишите в комментариях. Их тут полным-полно. А ну а мы забираем нашего друга и двигаемся дальше. Вот еще повстречался нам такой вот берем. Вот смотрите, какой сидит. Красота. Подберезовик. Я здесь видел еще один. Ладно, пока этот берем. О, такой вот. А? Друзья, смотрите. Надеюсь, вам видно его. Вот, смотрите. Вот он. Вот он какой.
одна шляпка только виднелась. Кое-как я его разглядел. О, ставим лайк. Не забываем подписываться на канал. О, какой он. Сейчас, смотрите, я его достану. О. О. Вот такой, видите. Берем. Собрался вот в такие вот катакомбы. И вот он, смотрите. Красноголовик. Какой. А? А там он, смотрите. Сейчас я вам его покажу. Маховик какой-то. Березовик. Вот такие вот. Я заехал. Зашел тут местечко. Такое каждый год у меня здесь. И смотрите, вот они стоят, красавцы. Вот. Подосиновик. Вон там вот березовик. Такая вот красота. Вот он. Чистенький, видите. Этот, мне кажется, будет большой. Еще под березой стоит. Ладно, берем. Ну что, друзья, погуляли. Грибы я вам показал. Очень много подберезовик, не стал снимать. На жареху подосиновик их набрали. И это радует. Вот. Полчасика погулял сегодня. У нас охота открылась. Уже не тихая, уже на утку. Вот. Ладно, всем удачи. Не забываем подписаться на канал. Пока.